Ребята здесь читали замечательные стихи, замечательные отрывки из сказок. Говорить, и вот ученая дама прекрасно рассказала о музе пламенной сатиры. Говорить о пушкинском чувстве юмора можно бесконечно. Здесь много итальянцев, которые, может быть, им было бы интереснее услышать о том, как Пушкин даже итальянские прозвища включал в свои стихи. Но я вам хочу рассказать, продолжить разговор, который здесь был начат, о сказке «Рыбаки и рыбки». Я просто хочу вам сказать, что у Пушкина был один из эпизодов в этой сказке, который не вошел в окончательный свод его знаменитой сказки. Дело в том, что Пушкин очень с большим интересом относился к истории Рима, к истории. Скажи. Нет, я так долго голодом кормил. Я с деньгами бесплодно, безнадежно. Я лучше подавлю, не отдам другим. А теперь скажите, кто был в бочке? Всем жестокий чередей, без лес и дол, одних людей не помнит. Видит секунд и старое небо, рождая вновь бессмертное творение. А Пушкин будет жить века, и в этом нет никаких сомнений. Спасибо всем за внимание. Нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и у нас все бессмертно. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили,
как верили в тебя. Молодцы! Овации! И песня классная! Брави! Брави! Брави, бис! Скатерть белая, залита вином, все цыгане спят, не пробудем сном, лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Подойди ко мне, ты мне нравишься, поцелуй меня, не отравь.